Так, давайте, значит, вот то, что я с утра говорил, да, то есть ТИКа американская система, да, как я уже говорил, ринговая, то есть в ТИКе кошки делятся на классы, соответственно, сначала идут всегда длинная шерсть, потом всегда идет короткая шерсть в каждом классе. То есть котята длинношерстные, короткошерстные, там, взрослые длинношерстные, короткошерстные и так далее. А котята со взрослыми делятся по границе 8 месяцев, как я говорил. Дальше, в каждом классе дальше идут породы по алфавиту. В каждой породе идут дальше разделения на дивизии по окрасам. В каждой дивизии есть конкретные окрасы. Судейство в ТИКе происходит, естественно, по окрасам в породе и в классе. Соответственно, вместе все судятся, допустим, все котята длинношерстные, судятся все вместе. Но разделение все равно идет по породам. То есть сначала судья выбирает лучшего в окрасе, потом лучшего в дивизии, потом лучшего в породе. То есть, соответственно, лучшие в породе попадают в финалы. Судья присуждает вот такие вот рибончики. Черный – это дивизия. Сначала колор идет. Синий, красный, желтый. Первое место, второе, третье. За каждое из мест идут баллы. Соответственно, за первые места идет 25 баллов, за второе 20, за третье 15. После того, как судья выбрал лучших в окрасе, он выбирает лучших в дивизии. Раз, два, три. Точно так же в дивизии места. Первое, второе, третье. 25, 20, 15. Соответственно, лучший в окрасе предполагается не кто самый красивый, а именно кто в данном, как бы, в данном окрасе кто лучше всего по типу. То есть в судействе ТИКа, так же как во всех остальных, за каждую, как бы, стать дается определенное количество баллов. Соответственно, судья судит сначала, определяет по типу, кто лучшее животное в конкретном окрасе. То есть у вас, допустим, сидит три кошки красного цвета, вот он выберет лучшую красного цвета. Соответственно, после того, как он выбрал лучших в окрасе, он выбирает лучших в дивизии. Соответственно, первые в окрасе могут стать первыми в дивизии, вторыми и так далее. То есть, соответственно, после того, как он выбрал лучших в дивизии, он выбирает лучших в породе. Первый в дивизии может стать первой в породе. Второй в дивизии не может стать первым в породе. То есть вот так вот. То есть арифметика такая происходит. Зачем это нужно? В ТИКе, так же как во всех системах, есть титулы. Титул чемпиона присуждается, если ты попал в финал. То есть финалы – это выбираются животные там в первой в породе, вторые, третьи, попадают в финалы у судьи, у конкретного, если понравились. Соответственно, в финалах места тоже делятся с 1 по 10. Финалы уже проводятся по всем породам в данном классе. Если у вас ринг олбрид, так называемый, то предполагается, что у вас и короткая шерсть, и длинная вместе судится, и вместе на финалах участвует. В финалах. Если у вас спешлти ринги, то есть длинношерстные финалы и короткошерстные финалы. Соответственно, участвуют в финалах отдельно длинношерстные, отдельно короткошерстные. В общем, спешлти ринг, конкуренция меньше. То есть так среди всех пород, всех длинных шерстей выбирается, так в конкретной длине шерсти выбирается животное. Вот, как я уже сказал, чтобы получить титул, нужно попасть в финал. Чемпион – один финал, гранд-чемпион – три финала, дабл-чемпион – четыре финала, ну, соответственно, трипл-гранд-чемпион – пять финалов. Пять, да. Ну и, соответственно, трипл – шесть, квадро – семь. Или ошибаюсь на один. Ну, в общем, там нужно посмотреть бумажку. Плюс тебе нужны баллы, определенное количество баллов, которые тоже набираются в рингах. То есть вот этими вот рибончиками, которые я показывал, рибончиками вот этими. То есть 20, 25, 15. Плюс за каждый финал вам тоже присуждается определенное количество баллов. Таким образом, у вас кошка-кот растут, да? Титулы в ТИКе присуждаются только взрослым животным. То есть у котят титулов нет. Котята борются только за вот рейтинговые места, так скажем. То есть когда вы уже становитесь... То есть... Опять перескочил. Максимальный титул в ТИКе – это Supreme. Supreme Grand Champion. Чтобы стать Supreme Grand Champion, нужно стать не просто в финал попасть, а нужно стать первым в финале.
То есть ты должен обыграть всех животных, участвующих в выставке. Только в этом случае ты становишься супримом. В тике сравнение происходит всех со всеми, неважно от твоего звания, титула и так далее. Происходит сравнение кошек с котами, то есть неважно какого ты пола. В финалах происходит сравнение всех пород, то есть неважно какой ты породы. Поэтому считается, что тика, в общем, довольно демократичная система. То есть у нас нет выбора между отдельно гранд-чемпионами, отдельно чемпионами и так далее. Подойди, пожалуйста, к четвертому рингу тика. Плюс просто, если ты ходишь на выставке, но не попадаешь в финалы, ты не возьмешь никакого титула. У тебя его просто не будет. Это тоже отличает тику. Вот, поэтому титулы в тике довольно такие ценные. Любые титулы. А в породах, которые многочисленны, типа бенгалы, мейн-куны, в них даже, в принципе, ценно просто попасть в породу. То есть, когда идет там выборка из там 20 мейн-кунов, даже если ты в породу попал третьим, то это значит, что ты обыграл 17 мейн-кунов. Это нормально. Вот. Дальше. Все, закрыли максимальный титул. Supreme Grand Champion. Замечательно. Что дальше делать? Дальше нужно тогда начинать бороться за рейтинговые баллы. Рейтинговые баллы – это значит, что ты начинаешь играть не просто на конкретной выставке с конкретными животными, а ты начинаешь играть сначала в своем регионе со всеми животными, которые выставляются, которые попадают в финалы. То есть, грубо говоря, есть единый рейтинг, который публикуется на сайте ТИКа каждую неделю. На сетке, подойди, пожалуйста. Есть официальный и неофициальный. Неофициальный рейтинг быстрее работает, официальный дольше нужно ждать. Официальный обновляется где-то раз в месяц, а неофициальный там буквально каждые две недели обновляется. Соответственно, в этом неофициальном рейтинге видно, какие животные участвуют в рейтинге, то есть какие борются за рейтинговые титулы. Соответственно, это очень интересно, это уже гораздо интереснее, чем бороться за титулы. Рейтинговые баллы считаются по-другому, то есть в рейтинговых баллах уже вот эти вот баллы не участвуют за ленточки. Там участвуют только финалы. За каждый финал ты получаешь определенное количество рейтинговых баллов плюс баллов за количество обыгранных животных. Для примера, там, получив первое место в финале при каунте общем кошек 60, ты получаешь 200 поинтов за финал, плюс еще 59 поинтов за обыгранных животных. То есть 259 поинтов сразу получаешь. Дальше у тебя эти поинты, соответственно, копятся, и ты начинаешь участвовать в рейтинге уже в регионе. В регионе в среднем где-то участвует... Ну, в нашем конкретно, Северная Европа. Наш регион называется Северная Европа. Сюда входит Россия, Белоруссия, Украина, Польша, вся Скандинавия, то есть Финляндия, Швеция, Норвегия. Плюс сюда входит Германия. Все, Дания входит. Короче, Северная Европа. Соответственно, есть куча других регионов. Есть Южная Европа, Средняя Европа, не помню, как называется, честно скажу. Есть в Америке там куча регионов. То есть в каждом регионе получаются свои вот эти победители. В среднем по региону у нас играет в районе 600 животных, 600-700 животных играет. Сезон в тике начинается с 1 мая и заканчивается 30 апреля следующего года. Соответственно, вот те животные, которые за сезон набрали максимальное количество баллов, попадают в 25 лучших животных региона. То есть реально ты, получается, обыгрываешь 600 животных, попадаешь в 25-ку лучших. Это очень здорово. То есть как только вы начнете попадать в рейтинг, вы становитесь спортсменами, так называемыми. Для вас перестают существовать границы выставок. То есть вам, в принципе, уже, ну, все равно, где выставляться. То есть вы начинаете ездить по Европе, начинаете собирать выставки, начинаете собирать рейтинговые баллы и так далее. Это очень здорово, потому что везде конкуренция разная, ты везде видишь других зверей, других заводчиков, то есть ты со всеми знакомишься, общаешься, и вместе с тем ты видишь качество своих животных, ты видишь, насколько они конкурентоспособны. Уже не просто там, в Москве, а и во всех странах. Соответственно, по рейтингу обычно уже ориентируются заводчики со стажем. То есть мы уже обычно не смотрим на титулы, мы смотрим на рейтинг. То есть мы интересуемся рейтинговыми животными, теми, кто уже бороться начинает не в конкретном регионе, в конкретной как бы в городе и так далее, а начинает бороться в регионе. Это здорово. Чем еще тика интересно? Тем, что у нас постоянно разные судьи. Тика начинается судейство взрослых длинношерстных кастратов. Номера с 301 по 310. Вот. В 94-м ринге тика. В тике судьи со всего мира. Ну, у нас в России только один судья.
А вообще вот в мире очень много судей. В Америке больше всего судей, в Европе много судей. И мы стараемся приглашать судей с разных как бы континентов. В ТИКе судьи более-менее политически независимы. То есть у нас нет любимчиков, у нас нет, ну, по крайней мере, ярко нет выраженных любимчиков. То есть, в принципе, есть правило в ТИКе, что ни один участник не должен явно показывать, что это его животное. Но есть и негласное правило, которое говорит о том, что даже если ты судью отлично знаешь, но у тебя животное не очень, она его все равно не выберет. Ну вот есть такие правила, негласные даже. Поэтому как бы, ну, считается, что ТИКа более-менее демократична. Плюс, так как мы постоянно судей мешаем и приглашаем с разных мест, им тоже, в общем-то, наши вот эти вот как бы интересы неинтересны, так скажем. Они судят именно конкретных котов. И как я уже сказал, так как в ринге сидят сразу и там супримы, выигравшие там все регионы, и обычные новички, выиграть может любой, независимо от титула. То есть ты можешь на этой выставке, у тебя кот может облезть и стать последним, на следующий обрасти стать первым, ну, как вариант, я говорю. Все что угодно возможно, невзирая на его заслуги былые. После того, как вы начинаете выигрывать регион, да, мы уже получили статус, мы уже получили титулы супримов, выиграли выставку, теперь мы выиграли регион, попали в 25-ку лучших регионов, нам становится неинтересен регион. Мы начинаем бороться за звание интерчемпион, то есть мировой чемпион. В мире, да, в мире, нет, national winner'ов там нет. Нет, international winner, да. Ну, international, да. То есть получается, что вы начинаете бороться уже не в своем северном Европе своей, вам она становится маленькая. А вы начинаете бороться со всем миром. Если в Северной Европе у нас 600 кошек, то в регионе у нас 6... Ой, в мире у нас 6 тысяч кошек. То есть, если вы попали в 25-ку лучших кошек мира, то это значит, что вы обыграли все вот те 6 тысяч кошек, которые играют во всем мире. У нас в России интерчемпионов немного, честно скажу. Но есть. Мы каждый год пытаемся туда выбиться. Вот. Это следующий шаг. Как только вы начнете попадать в рейтинг, в принципе, у вас сложится круг общения. Почему еще ТИКа хорошо? У нас есть нечто вроде такой клана, что ли, такого. Ну, он постоянно меняется туда. Кто-то добавляется, кто-то уходит. Вот, соответственно, мы очень как бы дружим между собой. В принципе, как только ты начинаешь ездить по региону и зарабатывать себе в регионе победителя, ты, в принципе, знакомишься со всеми такими же спортсменами, как и ты. У тебя круг общения расширяется. Как только ты начинаешь играть в мире, у тебя круг общения еще шире расширяется. Потому что, чтобы победить в мире, нужно ездить на все выставки мира. Причем максимальные. С максимальным каунтом. То есть, почему нельзя стать интерчемпионом в своей близдиканьке? Потому что, во-первых, не хватит выставок. То есть ты просто не сможешь набрать столько баллов. Во-вторых, не хватит количества кошек. То есть для интерчемпиона, чтобы даже в регионе играть, тебе в какой-то момент перестают быть интересны выставки, на которых там, скажем, 80 животных, 100 животных. Неинтересно становится. Потому что в рейтинг идут только первые 50 финалов, лучшие 50 финалов. Как только ты нарабатываешь свои 50 финалов, то есть если животное хорошее, то вот с этой выставки можно получить 10 финалов. Вот считайте, 10 финалов у вас уже есть. На 5 выставок сходил, все, ты 50 финалов набрал. Дальше тебе выставка меньше этой становится неинтересна, потому что у тебя ты лучше финала не сделаешь. Соответственно, у тебя они в зачет не идут, смысла на них ходить перестает. Именно поэтому, скажем, спортсмены перестают ходить в СП-ринге. Там очень маленькая конкуренция, очень мало животных. Им перестает это быть интересно. Вернусь опять же к началу, к титулам. Как еще можно заработать титул? Все-таки вы как бы в самом начале. Очень хорошо начинать зарабатывать титулы в конгрессах. Вот у нас здесь нет конгрессов, потому что выставка большая. Вообще на каких средних выставках, там с каунтом до 120, до 130, проводятся конгрессы. Мы тоже конкретно проводим на небольших выставках конгресс. Конгресс – это еще больше ограничение конкуренции. То есть если в спешлти рингах у вас конкуренция – это все длинношерстные животные, то, допустим, существует конгресс, не знаю, браун-табби. Это значит, что в него попадают только животные с окрасом браун-табби. То есть выборка становится еще меньше.
Понимаете, да? Но самое главное здесь... Таби не было, был таби как раз. Ну, таби, да. Таби, да. Все таби животные, да. Соответственно, выборка становится еще меньше. То есть еще проще получить титулы. То есть попасть в финал проще. Единственное, что нужно следить, чтобы набралось минимум 20 животных. Если на конгресс, либо на любой ринг собирается меньше 20 животных, то ринг не засчитывается. То есть это просто for fun называется, да. Поэтому обычно организаторы стремятся организовывать конгрессы так, чтобы все-таки попало 20 животных на них. Вот. Так, еще что интересного. Как я уже сказал, мы любим общаться, любим как бы ездить по странам, по регионам и так далее. Поэтому мы более-менее добрые. Потому что мы общаемся со всеми всегда и так далее. Вот. Плюс, как я уже сказал, нас знают, да, нас знают и судьи, нас знают, в принципе, участники и так далее. Но это абсолютно не говорит о том, что ты станешь там победителем 100%. Что еще? Да, конечно, давайте вопросы. Да. А? Что не станешь? Ну, у нас есть, знаете, как вот можно, ну, это так, лайфхак сразу расскажу, да. Ты не можешь влиять на судей. То есть судья, естественно, имеет всегда свое мнение. Спорить с судьей нельзя по правилам ТИКа. Ты можешь высказать свое недовольство клерку. Ну, клерк обычно это все переварит и скажет, ну, хорошо. Молодец. Вот, с судьей спорить нельзя, ни в каком виде. Лайфхак такой на будущее вам. Если вы видите, что ваш код нравится какому-то конкретному судье, можно следить за перемещением этого судьи по выставкам и ездить конкретно под него. Сразу скажу, это очень затратно, поэтому ну, не все так могут, так скажем. Но работает, да, в принципе. Но так как у нас русских судей мало, а иностранцев постоянно мы заказывать как бы не можем одних и тех же, мы стараемся менять. Соответственно, ты будешь за этим иностранцем мотаться по всему миру. Но в конце концов, либо ты станешь крутым чемпионом, но без денег. Либо ты не станешь крутым чемпионом, но останешься все равно приверженцем ТИКи, потому что это очень интересно. То есть, как только вы начинаете понимать, что без огня здесь не бывает никакого дыма, то есть, грубо говоря, с не очень хорошего качества животным смысла на ТИКу ходить большого нет. То есть, как вот кто-то уже сказал, я вот забыл только, когда это было, давно уже, года 3-4 назад, FIFE – это система заводчиков. То есть это именно система для бридеров. То есть там интересно именно бридерам, там описательная система. То есть ты можешь подойти, пообщаться с судьей, тебе могут что-то рассказать и так далее. ТИКа – это выставка чемпионов. Это именно система чемпионов. Ну, после ринга можешь прийти пообщаться. Но вообще вот, грубо говоря, в FIFE ты получишь титулы даже ну, с более-менее посредственным животным. В ТИКе это, в общем, очень затруднительно. Но можно тоже. В принципе, если задаться целью, то можно. Но в FIFE проще будет. ТИКа – это выставка достижений. То есть это когда вот у тебя есть хороший зверь, ты идешь в ТИКу. Если ты как бы идешь разводить именно что-то за бридовыми оценками, то лучше идти в FIFE. Так вот скажу. Но в принципе можно и с бридовыми животными ходить в ТИКу. То есть у нас есть опыт, там, допустим, вы знаете своего породника, судью, ему доверяете, его взгляды понимаете и так далее. Вы следите за его тенденциями развития и так далее. Судьи у нас тоже очень подвижные, динамические, они постоянно развиваются. Соответственно, вы что делаете? Вы берете помет, приносите и высаживаете в клетки. То есть еще чем хороша ТИКа? Вы видите весь контингент выставки сразу. То есть вы видите практически всю породу. Всю породу видите сразу в одном месте. То есть не так, что там на столе 2-3 животных или там на биф собрались там 5 животных и все. Здесь вы видите сразу там 12 мейн-кунов. Вот. Соответственно, вы можете для себя определить, какой лучше, какой хуже. Это тоже очень важно для заводчиков. Вот. Если вы сомневаетесь в каком-то животном и думаете, какой из них лучше, то можно принести 2-3 котят на выставку из одного помета. Высадить их и посмотреть, что выберут судьи. Так как судей много обычно, ну вот у нас 5 сразу. Соответственно, один выберет одно, второе, но все равно как бы общая температура по госпиталю у вас какая-то сложится в голове. Можно сходить с этими же котятами на 2-3 выставки, тогда у вас будет выборка еще больше. То есть не у 5 судей, там, а у 15, допустим. То есть это тоже в ТИКе очень интересно, то, что у тебя не 2 оценки за 2 дня, а в данном случае 10.
оценок за 2 дня. Вот. Какие вопросы у вас есть? Давайте, а то сейчас уже судья подойдет с обедом. В Москве у нас обычно проводится раз в 3 месяца железная выставка. Но вот этот сезон у нас такой немножко провальный. В этом сезоне у нас меньше гораздо выставок. Мы надеемся, что все-таки в следующем сезоне мы опять начнем проводить каждые 3 месяца выставку. Вот. Но вообще не останавливайтесь на Москве. Вот у нас сейчас параллельно идут выставки в Сербии в эти же выходные и в Свонли. Свонли – это Англия. Но в Англию попасть тяжело с животными, а вот в Сербии у нас некоторые спортсмены уехали. Поэтому все нормально. В принципе, я говорю, мы ездим и на дальние выставки, и в Америку ездим на выставки, и все-все-все. То есть, в принципе, это такое очень интересное хобби. Оно дорогое, но очень интересное. Вот. Так что присоединяйтесь к нашей команде и давайте, играйте. Не расстраивайтесь, если что-то где-то не получилось. Получится все равно. Смотрите, да, еще в системе ТИКа есть так называемая система ТДС онлайн. Это вообще, смотрите, в ТИКе каждый заводчик сам себе заводчик. В ТИКе нет актировки пометов. В ТИКе вы сами определяете вязки. В ТИКе вы сами думаете, кто у вас будет там папой, мамой и так далее. В ТИКе вы сами актируете котят, вы сами их регистрируете. Вы получаете с центрального офиса только родословную. Все, больше она вам не нужна ни для чего, центральный офис. Для этого есть в ТИКе система вот, TIKA.org, сайт основной. Там есть конкретно раздел ТДС онлайн. Вы там регистрируетесь как член ТИКа, платите членские взносы, и там вы регистрируете свои пометы, своих котят и все остальное через нее эту систему. И вы там же регистрируете свои баллы и так далее. Но там же и на выставку записывались. Вот нет, это не там, на выставку вы записываетесь через iTIKA, itika.com. Запишите tika.org, основной сайт, tika.org, там дальше все понятно будет.